Сегодня за кулисами театра. Старейшая в Поволжье. История симбирской ульяновской драмы. Вчера, сегодня, завтра. Классика на сцене ульяновского драматического. Из Лешего в Герцога Арагонского. Творческий путь Николая Авдеева. Ульяновский драматический театр имени Ивана Александровича Гончарова – театр с богатой историей. Старейший из существующих сегодня в Поволжье театров. Интересно, что самое первое упоминание о театре в Симбирске связано с именем отнюдь не сферы искусства. Первое письменное упоминание о театре в Симбирске – это воспоминание именно о постановке пьесы «Емелька Пугачев». Эту пьесу написал один из служащих канцелярии графа Панина, который здесь содержал под стражей Пугачева, то есть тот, кто его допрашивал, тот, кто составлял протоколы во время допросов. Он же в свободное от работы время написал эту пьесу и передал в ней все впечатления об этом событии, безусловно, историческом и очень важном. И вот эта вот пьеса была первой постановкой, о которой есть у нас документальное свидетельство. Есть экземпляр этой пьесы, на которой рукой автора написан господин Веревкин. Пьеса представлена на Симбирском театре в 1774 году. В то время театр был частным, и не каждый желающий мог видеть постановки и лицезреть актеров воочию. Первое же общедоступное театральное представление в Симбирске состоялась в особняке владельца лучших крепостных трупп России Николая Дурасова. Помещик передал здание с оборудованной сценой в дар дворянству. Так и началась на его подмостках в 1785 году история Симбирского ульяновского театра. Нынешнее здание драматического театра на улице Спасской построено в 1879 году энтузиастом и эстетом Митрофаном Прянишниковым. Список великих имен, связанных с симбирской сценой, впечатляет. Надо сказать, что в историю российской культуры нашим театром вписаны очень приметные страницы, очень много имен таких, которые на театральной ниве очень известны. Это и Стрепетова, и Писарев, и Андреев Бурлак, и Живакини. Здесь начинал великий режиссер Александр Таиров. Камерный театр его теперь находится на Тверской в Москве, почти на Тверской. История симбирской, а ныне ульяновской драмы – это прежде всего люди. Благодаря их таланту драматический театр занял определенный статус, держит марку и гордо несет имя по сей день. Выдающиеся театральные режиссеры 20 века – Вера Ефремова, Александр Михайлов, Юрий Галин, Олег Зарянкин, Владимир Голуб. Четверть века во главе Ульяновского драматического театра стоял народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации и Международной театральной премии имени Станиславского Юрий Копылов. В 2001 году 5 мастеров ульяновской сцены были удостоены Государственной премии Российской Федерации. Режиссер Юрий Копылов, художник Станислав Шавловский, артисты Валерий Шейман и Борис Александров, Клара Шатько. Талант Кларины Ивановны в 2014-м отмечен Национальной театральной премией «Золотая маска». Творческие лаборатории, поиски решений, приглашенные режиссеры с именем, постоянный эксперимент на сцене делают старейший театр современным, актуальным и интересным. Классическая драматургия – это искусство, над которым время не властно. Эпоха режиссера Копылова, подарившего за 25 лет ульяновскому зрителю множество великолепных постановок, прочно закрепила любовь театра к классике. Это был великий режиссер, который действительно строил свой театр. И до сих пор мы, в общем, его заветы стараемся исполнять. И если говорить о миссии нашего театра, мы себя позиционируем как театр высокой драматургии. Я никогда не забуду, как Юрий Семенович первый раз встретился с труппой в конце 70-х годов. И я его спросила, что вы предпочитаете ставить? И он стал называть имена Шекспира, Гауптмана, Сартра. Артисты визжали от восторга. В репертуарной афише Ульяновского драматического театра и сегодня классика мировой русской драматургии. Шекспир, Мольер, Шиллер, Пушкин, Чехов, Островский, Гончаров, Тургенев. Из года в год одно и то же, скажете вы?
Вовсе нет. Вся мудрость, ценность, грандиозность таких произведений в том, что посыл классической драматургии актуален всегда и во все времена. Лишь сценарные решения, художественные средства выражения замысла и подача могут быть самыми разнообразными. Мы сегодня стараемся приглашать режиссеров, которые именно хотят воплотить какие-то классические произведения. Совершенно не важно, как они к ним подходят. Я отношусь очень лояльно ко всем экспериментам на сцене. Каждый сезон – яркие премьеры и открытия. В 2016-м зритель буквально валом шел на «Капитанскую дочку» Олега Липовецкого. Отличная иллюстрация современного прочтения и понимания классики. Накануне премьеры сам режиссер не скупился на загадки для почитателей театрального действа. Ульяновскому зрителю точно не нужно ждать пересказа, просто пересказа текста Александра Сергеевича Пушкина, потому что я думаю, что это глупо делать, поскольку проще взять повесть и прочитать, если хочется прикоснуться к великому тексту. Мы пытались осмыслить проблемы, поднятые Александром Сергеевичем в этом произведении, с точки зрения современного человека и современного художника, поэтому, конечно, зрители Ульяновского ждут какие-то открытия. В декабре 2016 года спектакль «По праву» открыл третий международный театральный фестиваль «История государства российского, отечества и судьбы» в Ульяновске. И уже в следующем году стал лучшим спектаклем 11-го фестиваля театров области «Лицедей 2017». «Капитанская дочка» произвела фурор, стала настоящим открытием не только для ульяновского зрителя, но и вошла в лонглист премии «Золотая маска». Мощная, убедительная, яркая. Так, на сцене Ульяновского драматического театра раскрылась постановка по пьесе американского драматурга Дона Нигро «Страсти по Магдалене». Премьера, которая заставила зрителя заглянуть в себя. Поднявшись по лестнице, я увидела, что дверь открыта. Она всегда была закрыта. Мама никогда не разрешала подниматься на чердак. Дверь всегда была на замке. Слушаешь? Да. Хорошая лестница. Актеры органичны, так незаметно и легко вводят в действие зрителя, что он полностью погружается в сюжет и вовсе не замечает, как декорации тоже играют свои роли. Лестница, стол, стул – не бездушные предметы на сцене, а герои со своими характерами и историями. Масштабная сценография начинается с эскизов. Заглянем за кулисы. В мастерской главного художника Ульяновского драматического театра Владимира Медведя царит стройная гармония линий и цвета. Пространство может замирать и расширяться одновременно. Здесь он после обсуждения пьесы с режиссером воплощает смелые замыслы, самые невероятные идеи в жизнь. Сначала на бумаге, затем рисунки обретают форму в миниатюре. Такая идея родилась, жизнь героя Ясона от корабля, когда он героем был, к сараю, к антигерою. А героиня Магдалена, там Медея, здесь Магдалена, наоборот, от гулящей девки до героини. То есть меняется местами, с речными курсами они идут. Он в два этажа, и все эти этажи работают, актеры существуют и там, и здесь, и лазят, и где-то неудобно. Ну, как в жизни, понимаете, не все всегда комфортно, не все всегда удобно, не все логично. Вот. И соединить корабль, часть дома и сарай в одну историю. Вот такой, должно возникнуть ощущение, что скелет, обломки того, как старик и море, да, тащил рыбу, а привез скелет, который нафиг никому не нужен. Вот. Здесь тоже, здесь рушится столько судеб, столько и столько вопросов, и я думаю, и финал останется под вопросом. А вот главный герой целого акта – сток сена, который сделан вовсе не из сена. Это мочальные кисти из лыкой липы. Создание декораций – всегда увлекательный процесс, когда в ход идут самые неожиданные материалы. Это сток сена. Имитируется как? Нашиваем на холст такую рогушку, потрошим. Придумали попробовали. Эффект обалденный. Внизу 5 слоев поролона толстого. Там один еще мягче делаем. И актеры прямо с высоты прыгают. Там у них любовные сцены, эротика, убивают,
Солома работает весь первый акт. В областной драме «Владимир Медведь» пятый год. Судьба привела из Донецкого театра сначала в Димитровград, а затем в Ульяновск. Театральный же опыт за всю жизнь исчисляется десятками лет. Быть художником, как он сам говорит, это не только ждать вдохновения, рисовать и клеить макеты в уютной мастерской. Спектакль будет качественным, если в первую очередь налажена коммуникация с режиссером и актерами. Говорить на одном языке – главное цементирующее условие на сцене и вне ее. Фактор успеха? По-разному. Бывает ругаемся, бывает сильно ругаемся, бывает сразу находим, бывают режиссеры. Это, ну, как бы их много проходит за, ну, сколько я уже лет 30 чем-то занимаюсь театром. Вот. Вот интересное было. Морозов и Морозов, старший и младший. То есть один из здесь оба работали. Со старшим, с первым спектаклем мы недели две спорили, диагонали или круг. Вот, в итоге как бы победил круг. Вот, и потом мы подружились, и великолепно. А с младшим там другое, как бы мы по-разному читали как бы одну и ту же информацию. И мы так и разошлись, как бы каждый при своем мнении, но не мешая друг другу. Поэтому всякое бывает. Можно смонтировать фильм, можно что-то вырезать в передаче. При современной технике все можно, говорила Великая Раневская. Единственное, чего нельзя, это обмануть зрителя в театре. Помните, театр никогда не закрывает двери. Он лишь опускает кулисы, за которыми живет искусство. Мы хотим знать все о театре. Здесь, в музее Ульяновского драматического театра, мы нашли слова. И нам предстоит узнать, что же они обозначают. А как же мы узнаем? Тут ведь никого нет, кто мог бы нам все рассказать. Настя, 21 век. У нас есть виртуальная помощница Муза. Здравствуйте. Чем я могу помочь? Муза, а ты правда знаешь все о театре? Конечно. Муза, а что такое сцена? Сцена. Слово произошло от греческого «скена», что означало «балаган», «подмостки». Это ключевая часть помещения театра, место, где происходит театральное действие. Также слово «сцена» может обозначать отдельную часть, эпизод в пьесе. Муза, а что такое софит? Софит. Металлическая конструкция, на которую подвешивают осветительные приборы над сценой. Вручную или с помощью электропривода софит поднимают и опускают, чтобы направить осветительные приборы. Количество софитов зависит от глубины площадки. Теперь вы тоже знаете, что обозначают эти слова. До новых встреч, друзья! Пока! Сегодня в гостях программы «За кулисами театра» ученик Бориса Александрова, талантливый актер Николай Авдеев. Артист рассказал, как попал на большую сцену и о заповедях своего учителя. Николай, в труппе драматического театра вы сравнительно недавно. Как попали сюда? Я на самом деле всегда хотел служить именно в драматическом театре, но так сложились обстоятельства, что в свое время после окончания института меня сразу позвали в театр юного зрителя. И случилось так, что я там остался, и на протяжении 10 лет я служил в театре юного зрителя. И уже сильно оброс как бы и ролями, и всеми такими вещами и театральными, что уже как-то не позволял себе даже допустить мысли о том, что я куда-то хочу пойти. Но потом на протяжении какого-то времени, после какого-то времени, мне все-таки эта мысль, она постоянно начала как бы крутиться в голове, и захотелось все-таки попробовать себя на большой сцене. Вот. И я пришел, попробовался, и мне удалось остаться здесь, как бы, и слава Богу. А что как актеру вам дал этот переход? Конечно же, это огромный опыт, когда ты приходишь на новую площадку, знакомишься с новыми коллегами, знакомишься именно со зрителем, который ходит именно в большой драматический театр и смотрит спектакли, которые именно работают на этой площадке. И это огромнейший опыт, потому что ты начинаешь просто, ну, расти в плане творчества, пытаешься подняться до уровня своих коллег, которые работают здесь уже на протяжении многих лет. Тем более здесь работают мои педагоги. Слава Богу, до сих пор Зоя Михайловна Самсонова, Гларина Ивановна Шатько,
народной артистки России. К сожалению, мне не удалось вот поработать уже с Борисом Владимировичем Александровым, который был худруком нашего курса. Николай, вы упомянули, что были учеником Бориса Владимировича Александрова. Что значит быть его учеником? Ответственность, большая честь. Что он вам как учитель дал? Будучи студентом первого курса, я еще не понимал вообще, к кому я попал и чем я буду заниматься. Но как бы вот на протяжении 4 лет Борис Владимирович как бы выпистывал из нас вот именно то, что должно быть у каждого студента. То есть как бы он всегда нас учил только хорошему в этой профессии. То есть всегда ограждал нас от каких-то вот вещей, которые не должны быть присущи любому актеру. Просто ну, как зависть, какие-то вот, подлость какая-то на сцене, какое-то вероломство. Нужно делать что-то для профессии, а не себя в профессии. Вот так вот, как я это понимаю. Вы помните свою первую роль? С каких ролей начинали и что играете сейчас? Вообще, самая первая роль, которая мне досталась вот именно в театре юного зрителя, меня позвали, это роль Лешего в сказке Михаила Бартенева «Снегурушка». Вот. Довольно-таки сложная роль, потому что мне было на тот момент 20 лет всего, после окончания института. А роль возрастная. Там были сказки, много сказок, в основном такие. Но это очень тоже серьезные вещи, на самом деле, потому что детей, как говорится, не обманешь. На, тут либо живи и не играй. Вот. А сейчас, будучи уже артистом драматического театра, у меня огромное количество тоже здесь уже ролей сложилось. Последняя моя роль, которая это в спектакле, ну, возьмем Шекспира, спектакль «Много шума из ничего», роль герцога Арагонского. А была ли роль, после которой вы вот проснулись и поняли, вот, что вы чувствуете себя звездой? Нет. Да нет, на самом деле, я никогда не было такого чувства, что мне хотелось бы стать звездой. Потому что зачем? Мне хватает этого чувства на сцене, когда я слышу, как бы, когда зритель тебе аплодирует, и это приятно. И пусть оно остается на сцене, чем в жизни. В жизни это абсолютно не нужно, по крайней мере, мне. Что же значит тогда быть звездой? Для меня быть звездой – это работать и получать удовольствие от своей работы. И видеть, что зритель уходит со спектакля довольным, счастливым после каких-то спектаклей в своих мыслях погруженным, думая над тем, что происходило на сцене. Видеть это, воспринимать это, и это огромнейшее удовольствие для меня, как для артиста. Как часто в театр ходите? Не часто, к сожалению. Ну, на новинки обычно ходим. То есть следите за афишей, да? Слежу. Ну, несколько раз в год, наверное. Ну, достаточно часто мы стараемся выбираться, да, то есть... Если есть что-то новое, я имею в виду нашу местную труппу, да, то раз в месяц обязательно гастрольные все стараемся обязательно, да, посещать. Почему вы ходите в театр? Ну, мне нравится следить за неподдельными эмоциями актеров и за тем, как они выкладываются на все 100%. И это очень вдохновляет и заставляет задуматься. Смотрите в следующей программе «За кулисами театра». Специальный выпуск. Гастроли, фестивали, «Золотая маска» в Ульяновске. Быть звездой. Актриса Московского театра имени Владимира Маяковского Анастасия Дьячук о первом заработке на сцене.